Божьем труде в последние дни, Слово могущественней чудес и знамений, власть Слова сильнее власти их, оно являет прельщенность людей. Ты не сможешь распознать ее сам, лишь когда Слово откроет ее пред тобой, ты осознаешь ее, не станешь отрицать. Ты будешь полностью убежден. Разве это не власть слов Божьих? Это тот результат, что достигается работой слов сегодняшней. Да, вот чего может достичь Слово Божье. Это являет, что Божья власть не просто знамения больных, исцеление и изгнание бесов. Скорее суд Божьих слов больше способен явить могущество Его и представить власть Его. Благодаря труду суда и обличения люди смогут увидеть прельщенную сущность свою, и они изменятся полностью, они очистятся. Только так человек может стать достойным вернуться к престолу Бога. Лишь через суд и обличение и слово человек может стать обретенным Богом. Лишь через суд слова, переплавку и разоблачение словом всех представлений и надежд людей, вся нечистота внутри человеческих сердец раскрывается. Это являет, что Божья власть не просто знамения больных, исцеление и изгнание бесов. Скорее суд Божьих слов больше способен явить могущество Его и представить власть Его. Плоды, что вы пожинаете через слово, более великие, чем плоды чудес и знамений. Ты видишь славу и власть Его не только в распятии Его, исцелении больных, изгнании бесов, но гораздо знамения больных, исцеление и изгнание бесов. Скорее суд Божьих слов больше способен явить могущество Его и представить власть Его. Это являет, что Божья власть не просто знамение,